вас отвлеку. Привет, дорогой. Здорово. Рад тебя видеть. Увидимся еще. Дорогие наши гости, дорогие зрители, имени Олега Сергеевича Золотого. Начался театральный фестиваль имени Золотухина в городе Барнауле. Как обычно, сначала были торжественные слова, выступил губернатор и директор театра. Потом мы начали смотреть спектакль. Смотрели первый спектакль кемеровского «Тюза». Ну что, главное я хочу сказать, что в этот раз совершенно изменилась идея жюри. А жюри, надо говорить отдельно, это молодое, перспективное, передовое жюри. Это такой самый, наверное, модный и интересный отряд на фестивале. Это очень серьезное заявление, изменить так жюри. Ну а спектакль... Да неплохой спектакль, нормально.